I be on my suit and tie shit, tie shit. Всем привет, братики! Челлендж заказывали? В общем, у нас есть такие вот баллончики, и сегодня мы будем уничтожать немножко свой дом. Сегодня мы будем делать челлендж, называется крестики-нолики. И тот, кто проиграет в этом челлендже, того кроссовки будут исписаны моим или ее баллоном. Погнали! Все, ребята, поля для битвы у нас есть. Кама, ножа, бумажа, три бомжа. Кама, ножа, бумажа, три бомжа. Я выиграл. А нет, это я. Кама я... же всегда нет. Накрывает. Кого? Бумагу накрывает? Да, а шо? Ты что, прикалываешься? А шо? Ребята закажут. Давай, давай, я ноль. Начинаем, ребята, начинаем. Я крестик, потому что... Вот, ребята, первое пошло. Мой второй ход. Так, нолик. Красиво так? Тогда я ставлю крестик. Опа! Нолик? Да. 1-0, ребята. Теперь я крестик. 1-0, теперь Даша крестик. Давай, ты первая ходишь. Крестик. Нолик. Крестик. Блин. А что так долго думаешь? Нолик. Крестик. Крестик. Нолик. Крестик. Никуда. Ничья, думаешь? Да, ты же куда? Крестик, да, не пойдет. Нолик тоже. Давай, нолик. Нолик. Я победил, ребята. Угадайте, что это? Это победа. Хорошо, я победила. Это знак победы. Ладно, давай. Давай, я начинаю, да? Так, ну какой мой ход? Давай, начнем. Так, начнем крестик. Нолик. Так, крестик. Нолик. Крестик. Капец. Просто easy win называется. Давай еще раз, хочешь? Сейчас я так... А все равно уже 2-0. Ну давай, попробуем еще раз. Не солнце. Оставь краску, еще ты знаешь, что надо делать. Так. Не, оставь, говорю, краску, в смысле. Я не хочу, чтобы ты меня обрисовывал. Так, давай, начинаем. Я давай, первая. Ты первая, давай. Крестик. Нолик. Крестик. Нолик. Крестик. Да ты опять свои нолики. Нолик. Слушай, там уже крестик, здесь крестик. А, ты могла выиграть. Это ты бы там если поставила, а, ты выиграла. Да там все, не. А там не все. Видно ничего. Там видно. Не, давай еще раз, заново. Давай последний вот сделаем вот там. Это я не ставлю. Блин, давай здесь последний. Одновиди вверх, слушайте. Так, ребята, последний раунд. Крестик. Нолик. Крестик. Нолик. Крестик. Не, я могла выиграть сразу. Крестик, ладно. Так. Я спрыгла, что ты первый постоянно. Ну давай, нолик. Хорошо, давай, что тебе давать? Я мог бы выиграть, честно говоря. Я просто постоянно даю ему фору. Фору она мне дает. Ладно, посчитаем 2-2. Давай сейчас решающий уже. Решающий раунд, ребята. Кто-то краской воняет, блин. Так, вот. Решающий раунд, ребята. Я сейчас постараюсь выиграть. Так, крестик. Твой ход, красавица. Нолик, да? Крестик. Нолик. Крестик. Нолик, так. Просто крестиком стал лучше ходить, понимаешь? Крестик. И ничья. Нолик. Крестик. Никуда нолики ставить. Нет куда. Боевая ничья пока что, ребята. Крестик, но на ничье никогда нельзя заканчивать. Давай, начинай.
Ну, то начинай уже. Сейчас поиграем. Крестик. Нолик. Ого, у меня нолик получил. Крестик. Не, ага. Решил мне надурить. Крестик. Нолик. Ага. Я выиграла. Вот, я второй победитель. А как так? Ты с двух сторон. Если я туда поставлю, ты выиграла. Вот, я тебе говорю, что крестик всегда в плюсе. Когда играешь за крестик, ты всегда можешь выиграть. Короче, ребята, по ходу дела я проигрываю. И это очень обидно. 3-2 получается, да? Победила вот эта вот довольная рожица. Вот это вот. А что ты? Тут реально очень... Из-за этой краски просто можно захлебнуться в ней. Но сейчас у нас одно условие, ребята. Очень, конечно, обидное, но сейчас будем пробовать. Сейчас будем выбирать, что мы будем разукрашивать мне. Что, вот эти выбрать, как вы думаете? Это не кросы, конечно. Ну, было бы классно. Не, эти нельзя. А что, я хочу эти. Давай из кроссовок выбирай что-то. Я вот задумалась на... Да, мне синие не нравятся, вот эти големые. Нет, только не эти, пожалуйста. Только не эти. А что так выглядишь? Давай синие. Сетяну хочешь меня удалить? Блин, ладно, давай черные. Все, берем черные. Найки, мои найки. Сейчас им будет капец. Вообще, Дашины туфли покрасить? Да, конечно, у меня их мало. У меня в основном кроссовок куча. Ну, раз я проиграл, пацан сказал, пацан сделал, как говорится. Что? Начинаем, ребятки. Жить боль. Просто жить... А, носки! Тихо, блин. Ну, я не хотела, давай красиво. Просто жить боль. Я не хотела. Мама, я скажу сама. Да ты шо? Мне кажется, что оно мне на ноги попало, если я не ошибаюсь. Вау, у меня разноцветные будут? Давай, еще это. Я просто дизайнер. Дизайнер, ты красоты на это. Есть. Если кто-то хочет, ну, можете этот заказать у меня. И сделаю шикарную обувь. Вот это вот называется шикарные кроссовки, ребята. Найки, мои любимые найки. Носки. Мамочки. Твои носки, да. Ребята, вы знаете, что она хочет? Она хочет сейчас еще докрасить кроссовки и мало. Она хочет поиздеваться надо мной. И накрасить мне еще носки этой краской. А, на ногу попала, ты что? Поворачивай. Сумасшедшая шуль. О, красава. Тут на ноги зеленые. Ноги в зеленке, ребята. А, то ты реально, ну зачем на ноги, блин? Я сейчас еще. Ты ходишь, шуль? У меня тупо ноги зеленые, блин. Жесть. Вот это красавело. Как вам? О боже, как ты красиво! Посмотрите, что она надела. Она мне ноги покрасила. Ноги, ребята, ноги. Ноги! Ребята, никогда не устраивайте такой челлендж. Это самый рисковый челлендж в мире. Здесь можно надышаться краской. Можно остаться без обуви и без носков. Еще и у тебя будут зеленые ноги. Которые, я не знаю, отмоются или нет. Ну что ж, ребятки, кому понравился такой сумасшедший и немножко на голову челлендж, будьте добры, поставьте маленькую лайкушу на видео. Маленькую всего лишь. И с вами был Евгений и его жена Дарочка. Всем пока. Дарочка, да.